Всем привет, ребята! Сегодня у нас на обзоре абсолютно новый блокчейн-проект, который способен изменить всю рыночную экономику, применяя при этом блокчейн. Переместить рыночные проблемы всего мира ближе к решению. Потребители взаимодействуют с местными связанными компаниями через новую криптовалюту L2L Coin. Этот подход позволяет начать движение, сосредоточенное на мелкомасштабных, устойчивых и производимых местными производителями товарах и сервисах. Стратегия проекта направлена на разработку новой платежной системы, а также инновационное использование технологий блокчейн. Эта система развертывается как цифровая валюта, которая доступна для каждого и обеспечивает возврат денег для местных и качественных покупок. Основными ценностями ToLocal это развитие, превращая конкурентный личный интерес в совместное объединение, создаваемое с помощью ToLocal системы, а также возврата денежных средств. Видение компании вдохновлено культурным релятивизмом, отходящей от консервативной закрытой группы в пользу синергии и симбиоза для всех. Красно-зеленый круг выполняет миссию. Миссия направлена на реализацию взаимной солидарности путем преобразования конкуренции в кооператив. Внутренний круг, это голубой и оранжевый, обеспечивают стратегию. Стратегия выходит за рамки нормы, используя блокчейн-технологии для инновационного обновления. Многие эксперименты с основным доходом уже были успешно проведены и имеют результаты о том, что люди могут оставаться вовлеченными в сообщество, даже если у них меньше возможностей и жить. ToLocal стремится обеспечить периодическое распределение токенов L2L до определенного максимума всем людям, которые приобрели товары или услуги у местных компаний или производителей. Например, кофе в зернах может быть органически произведен и справедливо продан. Это можно сделать, взимая небольшую плату, оплачиваемую в токенах L2L за каждую сделку. Таким образом, каждый получает доступ к определенной упаковке местных товаров или услуги. Следовательно, местные производители поддерживаются. Важной частью сайта ToLocal является раздел торговой площадки. Пользователи могут искать компании, партнеры ToLocal, используя фильтры, такие как расстояние до почтового индекса или адреса, и тип продукта или услуги. Этот поиск уникален в устойчивом секторе и приближает потребителей к компаниям, которые продают устройства на местном рынке. Дочерние компании получают бесплатную рекламу и больше потенциальных клиентов. Веб-сайт, функциональность Marketplace будет доступна в начале 2020 года. Таким образом, мы четко видим систему, которую ToLocal пытается воплотить в жизнь. То есть это будет одна большая платформа, на которой местные производители будут объединены и смогут обменивать свои товары на токены L2L. А все участники этой платформы смогут получить за это кэшбэк, имеется в виду клиенты. Если вы хотите больше узнать о проекте ToLocal, ознакомьтесь с его white paper, ссылку на который я оставлю ниже. Всем пока!